Девять. Это что такое? Кто тут мусорит у меня на участке? Молодежь хоровая, они не понимают. Иди отсюда! Я говорю, тебе Нинка, они вот вообще, это молодежь, они вообще никогда не учат. Это экология делит. Никогда. Я пойду жаловаться, бабушка. Я пошла жаловаться в администрацию сельского поселения. Мальчик! Ты где живешь? Ты ведь живешь в каком сельском поселении, а? Сиди там! Администрация, это что такое? Я, значит, иду. А этот негодяй, мальчишка, ты ходил. Знаешь что? Он заходит, кидает палки, значит, мусор. Людей трогает. Они вот ты в каком сельском поселении живешь, у нас такое неприемлемо. Ты меня понял? Поэтому все. Ты сейчас не собираешься, а то я тебя вот так. Ты меня понял? Я тебя вот так заточу, как этот ножик. Ты меня понял? Поэтому пошел убираться. Это такое сельское поселение. У нас самое гостеприимное сельское поселение. Пошел убираться. Да, бабоньки, а это молодежь хитрит. Давай убирай, что ты тут крыши семьи, давай. Тебе еще вон 3 гектара делать. Да, Шурю, а у тебя навоз, знаешь, что навоз есть? Да.